елочка. Знак он какой-то 40-й год. Я не знаю, как какой-то. Обелиск. Назовем эту тему. Таким макаром. Так, ну тут вот меня прошлую поездку, помните, хапнули. Служба цельная. На мосту вот они тут с левой стороны стояли и снимал. Сейчас посмотрим, стоят ли они там. Вдвоем прям, понимаешь, блядь, не по одному, а прямо вдвоем, блядь. Нема сегодня этих змей. Сегодня эти змеи у нас отсутствуют. И это радостная новость. Фу, как здание красивое, он такое старинное. Старинный фасад, красивый, реально освещается красиво. Так, ну нам вот здесь вот на знаке стоп. В прошлый раз я тут, помните, так демонстративно остановился, думаю, чтобы не вызвать подозрения у этих демонов, но все равно они меня, блядь, выдернули. В этом кармане с правой стороны стояли эти демоны. Вот здесь. Тут. Так, ну сегодня нету, это хорошо. Так, чуваки, всем бодрое утро. У нас реальное утро, 14 января 2021 года. Брониши, так сказать. Рынок. Опять варшавский у нас. Выгрузил частично. Частично половину груза, а вот осталось у меня чуть-чуть даже больше, чем половина. Получается, вот на заднюю ось у меня, на ведущую, правильно сказать, 10,8 тонн получается. Ну чё ты не едешь? Вот вырвалось оно вперед, блядь, дернулось. Давай терплять. Раньше вот здесь на вот этой геофрукт я выгружался. Ну не раньше, а на прошлой неделе на вот этой рампе. Удобство здесь, туалет. Ну такое нормально довольно-таки. Чисто. Квашонки. Сейчас, короче, поедем мы еще в Калиш, есть такой город, по двойке, в сторону Лодзя, сейчас рванем. Подожди, чувак, сейчас проскочим.
сегодня, кстати, у нас четверг. Четверг, на завтра вроде как подтвердили предварительно. Что-то за комикс, блядь, камикс, что за камик, хуртовня. Хуртовня. Поняли? Это просто хуртовня. Давайте в этот раз здесь подпрыгнем. Сейчас посмотрите, как это прыгается здесь, да? Ощутите этот удар, гляньте. Раз. Оп. И еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Точно. Именно налево нам не надо. Именно налево. Сейчас будем поворачивать налево. Вот, сука, увидел, блядь, что поворачиваю и газу, блядь. Ах, и чмошник, блядь. Чтоб ты там остановился. Или чтоб ты перевернулся на том, блядь, перекрёстке. Вот так вот, блядь. Да-да-да. Вот это два смушника и два Сталина. Через 50 метров поверните налево. Мудак, блядь. Повалили. Все поехали и мы туда же. Короче, разгрузили, получается, нагрузка увеличилась на ведущую ось, так немного так клюет, как бы немного некомфортно. До этого покомфортнее было ехать. Мягче было. Было мягче. Чуваки, а вот та красота, из-за которой стоит работать дальнобойщиком, смотрите. Выезжали, я из Украины выезжал, снега вообще нету. И тут херак, смотрите, какая красотень у нас со снежком. К Алишу подъезжаем. Съехало только с двойки и по 470-й дороге еще 50 километров. До последней и второй точки выгрузки. И далее будем идти на подачу на мясо. Нам уже едем. Классная дорога, идеальная. Идеальная. Мне товарищ сейчас звонит, это на сегодня, на 14 января, из, ну, коллега, короче, Серега Бобрушка из Минска, из Дукоры.
Говорит, там, блин, жопа, снега намело, минус 8 мороз. С машиной проблемы, воздух перемерзает. Стал под заводом, на паркинг не пустили для легковых. Стал там, короче, дорога, говорит, яйцом круглая, скользкая, снесло в кювет. Кто-то там должен ему помогать, наверное, сейчас вытянуть машину. Не знаю, как это будет происходить, но будут тягать его. Зацените нестандартное решение ограничения скорости. Прикольно. Впервые вижу такую штуку, но все равно интересно смотрится. Реально интересно. Citroen проехал следующий, он один синенький стоит, цвет красивый. Прикольно. C4 Picasso. Так, приближаемся, 33 км до выгрузки. Смотрите, как чадит дом, гляньте, углем. Топится. Гляньте, какая красота. И сейчас такая галь будет. Проехал. Это польский уголь. Польская чувиха. Фу, блядь, завоняло, ёпта. Вонище, блядь. Зато на фоне такой красоты, понимаете? Вот я не знаю. Такое ощущение, что не в 17 веке. Уже у нас деревняк газом топят. Здесь, блядь, до сих пор таким вонючим углем. Смотрите, как красиво. Фу, блядь, до сих пор воняет. Так, ну что, подъезжаем по чуть-чуть. Чуть-чуть. Снега тут поднавалило, но мороза нету. Это хреново. В смысле как? Не то, что нету, его прям минус один сейчас. Ноль минус один. Где-то в таких раскладах. Садники и дали на лошадях. Так, и надо сегодня сейчас выгрузиться и где-то остановиться, там уже на восьмерочке в сторону Лодзи будем ехать. Надо будет в душик сходить. Потому что я душ принимал там, на границе на Корчевой. Когда эти таможни этих с демонами с этими прошел. Вот. На ночь причем. Ну, вернее, не на ночь, это рано утром было. Вчера рано утром. Сегодня бы не мешало бы. Так, Роман Валерьевич, не проебите заезд. Агрокорги. Фреш-мар. Он целая, там у них целая теплица, тепличный комплекс, я так понял. Ну, естественно,
Помидор украинский фасуют под видом своего. Заруливаемся сюда. Агрокорде. Раз. Сразу сюда. Раз мы вот здесь выгружались на этой рампе. Какая из них свободная, наверное, на такую затулимся. На вот эту сейчас полупанемся. Встать или подождать, не занимать ничего. Сейчас демоны поналетают, позанимают. Давай мы, наверное, все-таки сюда гребанемся. Обознался Роман Валерьевич. Так, сейчас подровняемся сразу. Прислоняться не будем. Раз. И как бы у рампы. Но можно правее чуть-чуть. Совсем ровно поставил, на 5 сантиметров правее. Сделаем. И заодно и двери откроем. Точнее, пока место оставим под открытие дверей, скажем правильно. Будем называть все своими именами. Типа так. Пойдем. Так, или стою, короче, подъехал под рампу. Стою, ну, уже так где-то, наверное, по лет, может, там 4, наверное, так приблизительно на ощупь. Я не заходил туда, слышу, как заезжают. Сняли. Подходит украинец и приносит мне прямо в ящике вот такой презентик. Вот. 4 рожевых помидора, 4 желтеньких огурцов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штучек. Приятно, согласитесь. Так что будем салатик сегодня делать. Так, чуваки, время 14:27 по Украине. По Польше на час меньше. Выгрузились побыстречку, получили презент. Я вам показал, какой в виде ящичка. В ассортименте огурчики, 2 вида помидорчиков. Вот, это приятно. Вынес, кстати, парень молодой украинец. За что ему большое спасибо. Вот. И сейчас мы
принципе, уже я заполнил даже книжку. Вот. Можно ехать на Бжезины, но мы сейчас еще здесь вот тормознемся. Тут вот через дорогу есть маркет продуктовый. Сходим немного, продуктов подкупим. Слегонца там, да, буквально чуть-чуть. Запаркинемся так красивенько. То ли вот так поставить, то ли, наверное, параллельно лучше. Сейчас вот так вот параллельно поставим. Дороги. Параллельно дороге, правильно сказать. Вот так вот. Прижмемся. Вот здесь вот через дорогу вон маркет. Мы у него пешочком сейчас пройдемся. Прям пешочком. Да, Валерич. Ломай его, ломай. Его этот прицеп. Шо, пойдете? Чуть-чуть подломаемся в эту сторону. Не зацепили нас. Так, Агрокортье. Пойдем в маркет, зайдем. Дина, по-моему, называется. Так, сейчас немного проедемся, гляньте, перекресток какой. Куда ни глянь, везде запреты. Круто, да? Блять, подожди, неужели здесь у нас поворот, блять? Так вот, блядь, давай, Роман, ебанем его. Трошечки. Пощелкал немного неправильно. Процует. Ну да ладно. Бывало и похуже. Так что сходил в магазин, на целых 80 злотых поляков поднял. Закупился так хорошенько. Прям все, что хотел. Стадион Мейский, городской, правильно. Стадион городской. Люки, видите, как объезжаем. Не горюкало. Светофоры, мне понравилось, как мы проехали, еще вот это так бы проскочить, было бы прям хорошо. Прям хорошо. Так, 15:18, время еще есть у нас. Это по Украине. По местному 14. Так, ты из них куда лезешь? А тут расчистили снег красиво, тут даже на тротуаре он практически нету. Пустой еду, 145 километров на подачу.
перебега. Так, ну что делать? Бус. Для буса полоса. Ах ты, змеюка, глянь. Так хорошо шли. Нарадоваться не мог. Так, ну что, этот светофор. Пошли дальше. Видите, как цветы продают напротив кладбища. Попутный бизнес. Кладбище хоронит, тут цветы сразу на тело. Ну и, наверное, же еще поп и попадья, если отпоют тоже, блин, на лапендель получат. Так, ну, блядь, проехать бы этот светофору эту. Я чувствую, наверное, не получится, что-то там он сила съели пыхтит. Хлопцы, идите. Так, это получилось у нас пройти. Еще два, один за одним. Там уже кнопочница ждет. Так, ты чё, змеи стали, э? Бля, хотел город показать, а тут больше сунулся, блядь, по этим светофорам. Короче, прервёмся пока. Смотрите, как хлопята организованно стоят на светофоре. Подождите вам. Рановато ещё. Но я тебя же пропускаю, что ты спишь. Так, эти что там, змеи? Норы чистят. Мандера. Честь какой-то манды, походу. Так. Так. Ну, вообще прям не весело. И такое, что-то мне вот этот городочек, так, по крайней мере, в это место все-таки что-то не нравится. Он какой-то он такой. На вид вроде шахтерский. Какие-то здания такие тухлые. Не скажу, что убитые, но что-то так не стильно. Не стильно, не комфортно. Но я тут не был, не знаю, как в центре. Может быть, там центр красивый будет. Тут что-то так не особо заходит. Но бывает и хуже, не худший вариант, кстати. Городочек называется Калиш. Калиш. Так, я дочку Роман Валерьевич, пока эта тетка шариком не перегорела. Выйдем, ну все, Калиш, капец, выехали наконец. С Дуны. Он, блядь, инвалид сейчас выйдет и будет нахуй в носу ковыряться. Мы его давай этого автобуса, блядь, возьмем. Вот сейчас нам вот пол дороги
муж, ебать. Так, ну шо? Короче, едем. Выехали, 141 километр остается до загрузки, но загрузка завтра будет, сегодня будем просто ночевать рядышком, там же на Лотосе, как в прошлый раз. Тракторца возьмем вот так, а, блядь, Вольво как раз там. Побырику вот так, раз его, и полетели далее. Гляньте, какая он там пирамида, не пирамида, а вышка, назовем его, или башня. Что-то у них телебашня какая, или что такое, ну кто в курсе, расскажите. Что это за штукенция? Хелена. Хелена какая-то. Опа-на, смотрите, какой нам змей. Ехали же нормально. Скользко, Роман Валерьевич, скользко, бля, правильно. Домовые обеды. Домашние обеды. Так, ну что, выехали с этого шахтерского города. Наверное, это я так сказал, вот что-то мне так напоминает. Возможно, тут люди не знают, что такое шахта. Кстати, это Калиш, это между Познанью, получается, и Лодзью. И где-то так плюс-минус посерединке. Поняли, какой нарушитель, ел. Ага, блядь, опять начинается город, но, сука, не попёрло. Гляньте, интенсивность такая, ёлы-палы, ещё ж и не час пик, ещё по ихнему времени это 14:30. 14:30, даже не 5 часов вечера, чтобы с работы все валили вот в таком количестве. Ну, валят же. Не сидится им дома, видите. Коронавирус, блин, поэтому им дома не сидится. Так, самый центр этих бжезин. Бжезины, смотрите, как елочка на... нарядно выглядая. Красиво горит. Светится, правильно сказать. Она не горит. Давай моргнем этому челу, пускай едет. Поляк, его хуй пропустит. Так, мне вот это чуть-чуть погодка смущает. Короче, снегопад идет и по чуть-чуть холодает. Уже минус 2, уже. И я так думаю, что, наверное, будет еще холоднее. Мне так сдается. По-русски это кажется. Пропустите уже змеи. Узенько, узенько реально место, блядь. Все как-то нашлобучено. 4 десятых километра.
друг на друга. И возможно еще и скользко будет. Смотрите, какой поворот у нас. Зеркало есть. Это хорошо. Оно есть. Спасибо, чувак. Подождал. Наверное, сейчас заеду на саму фирму, подам документы, что смотрите, я приехал. Они скажут, ну типа на завтра, ну дам телефон, скажу, что звоните, скольки подаваться на телефон. Жизненные. Такой, короче, вот центр, такое ощущение, что типа такой про-советский, наверное, город или что-то тут Советским Союзом, скажем так, так попахивает советами. Чувствуется, по крайней мере, тут такое присутствие советов. Поэтому сейчас вот на территорию заеду, блядь, а у них, например, она не чищена, например. Хуй там где развернешься, а сюда, чтобы выехать на дорогу, придется задним ходом на дорогу выскакивать. Короче, палка о двух концах. То ли заморачиваться сегодня заехать, то ли не заморачиваться, на завтра приехать. Вот такой карман, что я сюда, например, не хочу сюда становиться в карман, потому что, видите, подожди, не сюда, блядь. Дальше сползешь, потом трактором придется вытягивать. Вы достигли конечного пункта. Мы достигли, да, но мы сюда, чтобы повернуть, так надо на встречку выехать. Порядочек. Нормально, снежочек такой легко укатанный. Я бы сказал, красиво. Все здесь красиво. Да, я переживал, ну. Все, чики-пуки. О, работяги пошли по домам. Надеюсь, что мы тут не застрянем. Я так думаю. О, директора посъезжались. Так, сейчас посмотрим, что меня тут ждет в плане стоянки. А, места есть, я вижу, я уже вижу. Главное так занять красиво их. Места есть, и это уже радует. Разберемся, что почем тут. В плане тут оно бесплатно, но я имею в виду, тут в прошлый раз я здесь вот стоял, где вот этот прицеп и два, можно вот здесь вот стать. Так, ну тут занято место коронные места заняты, ясный красный, хорошо. Вот тут, вот тут можно прямо вот так вот стать. Я люблю под стеночкой стоять. Сейчас встанем,
под бордюрчик какой-нибудь. Камни. Вот тут мы, наверное, запаркинемся. Вот так вот. Типа вот сюда. Какая-то машина стояла. Следы от нее есть. Вот видите, да? Вот под бордюрчик, и мы сейчас сюда же нырнем. Поближе к бордюрчику прижмемся. Роман Валерьевич, равняйся. Фонари полякам не повалять. Все заставить отшкодовывать. Так, ну что, приехали, короче говоря. Вот так это выглядит территория. Сейчас будем готовиться ко сну.